Всех приветствую на нашем канале OptoNet. Ребята, перед началом этого ролика напоминаю, что у нас на канале сейчас идет конкурс с крутым призом. Мы разыгрываем вот этот черного цвета iPhone XS Max на целых 512 гигабайт. Условия конкурса очень простые. Все условия будут написаны в описании. Также ссылочка на видео, полное видео конкурса, тоже будет в описании. Так что обязательно переходите, смотрите условия конкурса, регистрируйтесь и дерзайте. Возможно, именно вы станете победителем этого классного айфона. Поехали к обзору. Всех приветствую на нашем канале OptoNet. Ребят, которые еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, впереди еще много всего интересного. Сегодня у меня на обзоре эта игрушка, это отличная игрушка, Dance Monster называется. Это машинка, внедорожник, вездеход. На радиоуправлении очень классная машинка, бывают они вообще разных раскрасок, зеленые, красные, в общем, наличие цветов уточняйте у нас на сайте, кого заинтересует, по ссылочке в описании, переходите на наш сайт, смотрите, изучайте, заказывайте. Это очень интересная и классная машинка, сделана очень качественно. Здесь регулируется подвеска, все колеса очень огромные, большой для, как для игрушечной машины протектор, которая может ездить по камням, по песку, вообще где угодно, это классно. Машинка, сейчас мы распакуем, попробуем поездить, посмотрим, как она работает. Итак, ребят, в комплекте вы получаете, собственно, пульт для управления этой машинкой. Он работает на двух пальчиковых батарейках. В комплекте они идут, поэтому заранее, предварительно нужно купить. Пульт, ну, собственно, простенькое управление. Разберется даже ребенок, но в то же время это классная реально игрушка. Значит, кнопочка вперед, назад, влево, вправо. И вот эта тоже кнопка, это регулирует ту самую подвеску. Сейчас я вам все покажу. Ну и дальше в комплекте. В комплекте, собственно, идет сам автомобиль. Вот такого плана, мы уже ей катались. Вот такого плана идет, это автомобиль перевертыш. Прикол у него в том, что как бы он едет. Если он переворачивается, подвеской можно его выровнять, и он поедет дальше. Ну, в общем, интересно, сейчас покажу. Также в комплекте вы получаете отверточку для того, чтобы открутить вот эту вот часть, именно крышка, под которой находится аккумулятор до этой машинки. Ну и в комплекте вы получаете вот такую зарядку, которой можно, которой заряжать именно тот аккумулятор. Очень большой плюс в том, что можно заряжать как от розетки через адаптер, так от вашего даже компьютера или ноутбука. И даже можно от обычного пауэрбанка. Это действительно классно. Итак, ребят, для того, чтобы запустить, собственно, эту машинку, во-первых, вам необходимо зарядить те самые аккумуляторы. И вот здесь немножечко спрятан есть тумблер. Включение off и on. Переводим на on, и вот здесь начинает моргать нам диодик, показывая о том, что машинка, собственно, уже готова к работе. В пульт вставляем две пальчиковые батарейки вот сюда, и он работает. То есть, как видим, работает. Машинка ездит очень быстро, проверял, катались на природе, то есть заезжает даже по камням, по песочку, везде классно ездит. Смотрите прикол, ну вот эта кнопочка, собственно, вперед, назад, как мы видим, она очень быстро. И вот эта кнопочка подвески, смотрите. Нажимаем, и она вот таким вот образом встает, как бы большая, высокая подвеска. Подъехали к какому-то препятствию, нажимаем вот эту кнопочку. Она становится вот таким вот джипом. И, собственно, без проблем, я думаю, заедет в любую местность. Это очень круто, ребят, машинка изготовлена очень качественно.
колесики за счет того, что они, во-первых, не пробиваются, здесь они не накачаны, они очень большие, здесь большой протектор, и они мягкие, что позволяет прыгать на этой машинке, перепрыгивать всякие препятствия без проблем. То есть реально классная игрушка, ребят, кого заинтересует, пишите, заказывайте, изучайте. Вы были на канале Optonet, не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале.